Тепло приходит и в квартиры. В Ярославле стартовал отопительный сезон. Сегодня к теплу начали подключать жилые дома и административные здания. Этот процесс постепенный. Тепло должны получить около 3000 домов. Планируется, что отопление будет во всех ярославских квартирах в пятницу. Напомню, на сайте мэрии опубликован график подключения отопления по районам. По всем вопросам, связанным со стартом отопительного сезона, можно обращаться в единую диспетчерскую службу города. Ее номера вы видите на экране, а также в свои управляющие компании. Есть график, который утвержден тепловыми сетями. В соответствии с этим графиком для установления режима, для соблюдения технологического процесса, это происходит в течение 3 дней. То есть каждый дом может посмотреть, когда он включается, либо узнать управляющую организацию, либо посмотреть на сайте ресурсно-управляющей организации. Мы ожидаем, что до пятницы большинство домов будет включено.